О, сразу жесткий. Здорово. Привет. Это зорки на боссе, ты зачаришь? Да. С хилом слабые, да? Черс. Не танк с хилом слабые, просто мишку побил я. Да, интеллект и пистолет. Только камень себе собрал в камень, не еще. Я вчера не все прошел, но у меня ключи 3 из 5 сельдовик. Ну все, сельдовик собирается. Цветы сердой собрал. Шустки. Да на ауке стоят типа фрагменты по 300 голды, но их купить нельзя почему.
Там все равно, мне кажется, РБК облегчили. Ну, сетеки там легкий первый босс. Там а? В сетеках у первого босса там на мобах по 70 хп, это вообще мало. Ну, да, вот вчера с пугами их пронес вообще легко. Ну, можно зергать, да, этот босс. Мы вчера 210 вообще его загонялись. Ну, трэш тонкий стал просто. Не, в принципе, с одной стороны и правильно, потому что РБК не должно быть мучительным. Не, ну тут шмот читает, пока еще не все, блядь, люди могут это культур закрыть. Только там же большой шанс пойти с пугами и спиздить токен Т4. Все, блядь, крайне мало. А, там же еще один танк, да, все на смотрителя нужен? Ну, там везде один танк нужен. Я, может, попробую? Можешь сам собрать 10. Я не люблю и релить. Там даже и релить надо. Просто попробовать взять, блядь, кару это, собрать на это. Сначала первый смотритель, блядь, а потом уже все остальные. Так ты можешь собрать только по токенам, вы пойдете на смотрителя сразу и дальше. Ты подожди, а ты ж наша десятка, тебя вместо тебя босс, вместо тебя босс был? А ты ж типа вернулся, ты сейчас... О, нет, не возвращают меня обратно. Сразу бить, как ты сразу бить? Ой, давай, сбейте. Плохо, у нас милика один фейт уже. Но не критично. За чё я тебе боб дам, слышишь? Ага. Скинул на стак. Эй, до 4 весь ты спал. Не уходи от карты, потому что боль. Может и так забьем. Не, ну может и так, но... Ну... Вот холипалом вообще невозможно. Да, ну шок даешь и все. Ну не только. Ну вот так отбегаешь и через частицу хуяришь, что все. Ну, ну как главное не уронить. Ой, блядь. А я не уроню, типа. Там стаки. Ой, просто, да. Там 5 стаков, точнее, пизда. Ну прожимки есть, может добьем. Добьем-то, конечно. Сколько на 10 стаков? 6, в принципе. Да, забей, у меня еще и хилки еще есть. Прожми, наверное. Я не знаю, ты сокру сдал. И возложение. Сейчас 1000 на 100 прожму. Ага. Я даже без проживки нормально. Ну, иди. Ну, фейк, походу, без диса, типа 5 стаков не прохиливается. Говорю, я отвлекся. А, в дискорде, да? Угу. Я, короче, на роге тут вообще можно, короче, слышишь, ни одного стака не поймать. Вот под хиль, вот эту хуйню. Где там? Да, сейчас под хиль. Сейчас вот под хиль, сейчас. Вот там вроде каждые 12 или сколько там, 14 секунд вешает эту хуйню. Сел хавать, короче. И можно отбегать просто. Не, вообще типа эта фигня кошем снимается, да. Не, это ж блин, как я говорю, течение, но.
она. Давайте приставав и тут эту всех шляпу раздать. Так у тебя все есть. А на этого, на фейк. Да. Не, ну это есть, наверное. Да? Че, давайте тогда что, всю комнату сагрим, фейк на пульс, блядь. Ну, а лучше не рисковать, лучше полкомнаты. Вот эту всю комнату со скелетами агри, я там гнев небес плюс на пол. Короче, потом паладином пойду. Или по хилю, или по танчу. Я могу за бревно зайти 230. Ну потом пойдем. Ты ванишь, нажимай, я бью. Я же не могу это. Когда фейк жестко ДПС, это срывает там, блядь. Ну, это слакер, блядь, обыкновенно. Ладно. Страшно. Лучше выживай, чем это, помирать. И скоро должны добавить интенданта на пустоту, короче. Будет тут вот атака сарь стоит больше. Лучше по ней на Т4 добавили интенданта. Ну, они вот будут добавлять по-любому, что... Ну, это, наверное, когда целка выйдет, скорее всего. Ты чё, Левонис? Не, добавить за джетон на очень долго времени пройдет. Да я думаю, нет, на протяжении... Опа, да, недели. Добавить. Ну сколько сульды не добавляли? Какой, я даже помню на X2, когда мы играли, когда Т4 была актуальной. Когда, короче, появилась кара Герта, да, они добавили эти токены в магазин. Да, вот эти жетоны. Не, ну все равно есть смысл там потом печеньку забить. Ну сейчас же должны же это добавить с этими еще. Сундуки потом добавят с тринями. А толку с них лучше сходить с это выбить пригу, да. Мне на X2-то на ретрика пригу упала обычная. Не, ну есть кому везет, а кто косарь тратит, падает вообще. Лучше на Т4 оставлять, потому что вдруг грул там не упадет, лучше Т4 ноги взять. Все. А, эту зорки чарку забыл, кстати. Чё забыл? Чарку сделать, то есть. Ну сейчас. После этого или на входе следующий. А у тебя шар с собой, да? Да, да, все. А, ну окей, тогда сейчас закончим. Нормальная, да, колечко? Да,
Да хуйня, сейчас сейчас кольца одного со стороной одну скрыжа. Опа, сюда лип на глаз. Я даже хер забил на это кольцо на фарм его. Сюда, сердолик. Нет, так тебе намычка вообще нормально. Зай, мне впадло фармить. Сердолик это надо. Так лучше, блядь, ты фармил острый, чем РБК ходил, типа профита больше. Сейчас я тебе дам татарей. Что там, вот это у меня, короче, есть. Как называется? А, ну да, 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 да. Мне, по идее, нужно сколько? Дней 8 пофармить по кольцо. Ну, потом еще дырку надо в кольце делать. Там 180 баджи. Блять, чуть не выки. Спасибо. Сразу отворачивай, сразу оно ваншотит. Здесь, конечно, то, что еще это тело, блядь, старика не падает ни хера. Да ты четвертый выбьешь уже, блядь. Ну это в сентябре, блядь. Да я его, может, куплю. Так токен перчатки забрать. Тело так и эти, и плечи. Да не, насирайся. Мы же убивать-то будем по-любому, блин. Мы же проходить по-любому будем маги, грубо обычку. Зачем тебе? А что за квест на погибель, что ли? Еще квест на погибель. Орки, а ты себе уже собрал это 4? Нет, я только перчатки выбил, они мне нахуй вообще не должны по факту, типа. Но мне надо все кроме перчаток берется. Что-нибудь там с критом, блядь, с меткостью. Сейчас попробуем. Вот этого надо убить. Пацаны, если у вас кара не в КД, можно сегодня сходить, я могу собрать. Санроллась. Ну, я говорю, если... Фейбы перчатки выбили. Фейб, слышишь, ну ты... Можно РБК окончить, типа, я ульду с пугами соберу, проходки продам. И гол, типа.
Можно. Ну я как раз после обеда полностью буду свободен до вечера. Угу. Да, я думаю, сейчас по-быстрому РБК пронесем, потом, может, ульду 2-3 часа пройду. Кару пойду, наверное, собирать, да. Так, а это тебе только перчатки, да? По идее, да. Там этот кинжал и пояс, в принципе, шляпа. А у тебя шапка есть? А? Не, у меня штатик, у меня сегодня 8 штатик. У меня шапка есть, у меня еще с первого КД, когда я пошел. Сейчас ты в рту выпалил. Шапку прям сразу же, я ночью улетал, и это, и в этот же день же я же выбил ее. Подожди, а ты мультиком будешь хуячить? Да, наверное. Ну, просто на комбо ты перчатки все там, 100%. Да, у меня получается 4. Штаны, но он с этим, у меня вот штаны, сейчас покажу. Да, выбил тоже с первого же. Ну, это нормально, да, оценил. А вчера, кстати, в РБК выпали, блядь, штаны на мультика с тремя сутками. А, я их продал вчера такие. Они с тремя сокетами, но они слабее по статам уходят. Ну и без меткости. Не, чем мультики больше, наверное, дают, чем комбо 4x4. Ну, не знаю. Там гибельный яд прокает, мультики дамажа 1015, допустим. Сейчас будет немного боль. Опять не ушел он здесь, не ладно. Хилов сначала. Подпрыгивать, блядь. Смотри, тут вертолу не убейся. Я его обдал, мишка снимай. А, да, он работает. Ага. Не летал, летал, не. Что убило? Вагон, блядь. Я же тебе сказал, вертолу не убейся. Мишка, прожмись, наверное, Мишка. Я прожмись. Толкнул. Я прибегу. Да я вижу еще что. Дорин, ну, кстати, это last раз, когда ты же не ходил, да, с нами на алгалом десятку? Кто? А честно, ты вроде не был, да, че? Там КД. Не, мы же вообще десятку типа не было. Не, ну, не, не, мы собрали это, там Донтрос собрали на этого, на алгалом чисто. Короче, поначалу у меня 11500 было, потом это весь бой 9500 держался, пока не сдох. Пока не сдох. А у меня, знаешь, какая получилась, короче, этот. О, он свою вот эту херню взрыв дает. Ну-ну-ну. Вот как она называется. И это. Я хочу забежать в эту черную дыру, а передо мной это берет созвездие, прям залетает туда. А, ну, блядь, бывает такое, у меня тоже такое было. Причем просто рандомное созвездие, которое само по себе гуляло. Все, панель трешит. В итоге получилось, меня бэрнули, и у меня до 8 упал. Блин, на алгалоне? А, ну, я тебе говорю, у меня 9500 держался ДПС. Ну, это нормально. Да я знаю, что нормально. Жесткий. А сейчас туда-сюда уже забудем, типа, Грумаги и Коняк. Ну, РТС это быстро будет, пару часов. Ну да, типа, 3-4 часа и фулл охота. Там, кстати, вот утешка будет, очень беговая триня на хила будет, очень беговая.
Да даже не знаю, куда мне на роги ОД девать. ХЗ типа продавай. Голда в руках особо проблем нету. Хотя лучше не оставляй, потому что там будет прицелка тринка нормальная. А, ну да, 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 да. Там гермулис. Знак гермулис, да. Там метательная будет нормальная. Там голда. Металка будет, потом триня будет. Пояс, ну, ЛКБ, плащ, блядь. А, да, пояс и плащ. Ну хз, может мы даже на то время с ЛВК выбьем, при 72 зачем. К тому времени знаете, сколько у вас ОДМ будет? Пошли на. Триллион ОДМ, блядь. Но мне надо будет 25 сараней, то будет. Ну там по 3700 вроде будет стоить. Хз, типа мне тоже на другие некуда ОД девать, я 4Т9 бил бис, типа шмот. Больше некуда. На 3 спека? Да нафиг оно надо, мне и так 2 спека, котяра еще, нафиг оно. Это 4, блин. СЗ, типа, просто ОД коплю на идолы, сейчас выйдут 245. Ну я же думаю, представляешь, у меня этот, блядь, оптикс спиздил. Помнишь, Вой, ты же был, да, тогда в десятке? Ага. Негодяй оптикс. Что за... Он сролил перчатки четвертые, а голова потом не выпала в конце. Не, у нас типа, если кто сролил типа перчатки, он голову забирает. Вторая шмотка отдается, да? А, Зорки, я знаю, сколько у нас перчаток сролили, бля? Ну я сролил эту, бля, и дом подавали. И сейчас мы еще раз пойдем, еще перчатки с Андрителя упадут. Пиздец, это до жопа сгорит, блядь. Да я понимаю. Ты три раза в карьере был, один раз все перчатки падали. Да пристал наш, повезло Иваром. Сразу перчатки, голова упала, все довольны. На локове. Зато я это голову в первом же КД спиздил. Да, а ты вроде с нами, да, ходил тогда еще? Ну, скорее всего, да. Да, я помню, вроде ты с нами был еще с Бобом или с кем-то там. Ну, с этим, с поездом он собирал. А, да, да, точно. Да, поезд ушел в контру, типа, он больше не играет. Да он, наверное, прикалил. Что, он там сильный? КЗ, типа, ну он недавно начал там играть. А, ну там забей. Ну, типа, не знаю. Он тут вроде в ладдер врывался, что-то плохо. Что-то получалось. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Я собаку потеряю. Не, не бей, не бей, не бей, зачем? Зорки. Вот. Ну да ладно, мы сейчас сбоку потеряем. Это же бесконечно будет у вас. Ну зачем он меня выкинул? Ёбаный дурак. Че, сейчас Зорки догонит. Блять, улетел нахуй. Это все от маски. Нет. Интересно, какой рейс есть какой-то тварик в тьме? Нужен лог.
Я почти урон не наносил. Это как этот фаермаг по дракону состался. Блять, а дальше еще дракон тут, у него вообще резист ко всему. Не. Зорки, смотри. 9000, это как раз который я налетал. Ну, а, блядь, что эти? Не мои проблемы, не, ну не делай так больше. Как тоже, мне вот тогда... Мне показывают, что тебе на 80 передамажат. Да? Не, мне показывают вот по Амору именно. Я 484. А, ты же собаку убил. Я же собаку еще почти убил. Как раз тоже тогда это... На Молчезаре. Получается, он не бегал никуда. Вогнал по ДПСу. Ну, может, вот из отпуска был. У него какой-то вообще другой. Этот, как у него скада, но она вообще пиздец переделана. Да? Mm-hmm. Например, типа, мне показывает, ну, грубо говоря, там, на рекаунте или моей скаде, ну, на том, как ты сейчас я снова показывал, что мне там на алгалоне, там, пока бурст идет, там, некоторое время висит 19 тысяч ДПС. Угу. А у него там показывал там 15-14. Мне как-то по-другому считать. Но зато и манекен бил, и мне показывает, что и манекен с его скада 9000 дамажит. Нормально, у меня 6 еле выходит. Это баг какой-то. Уля, им хп порезали, пиздец. Обоим. Да. Да, там полдну лям снизили потолу дракона. И правильно сделали. Конечно, конечно. Там резисты у него. Там, а да, если лока нету, это вообще душнота будет. Без шамана, точно. Без огня хоть уходите там. А он не дамажит. Так. Просто один раз тык. Я помню, раньше у Приставля веселый Т4 был. Да, до нерфов. Ну, в принципе, как и у Ретрика. Представь, вот эта плюха вылетала, что ли, на 1080, если не больше. Какая? Ну, вот это Т4, который вылетает. Типа как на Везексе. Он не выйдет? Не выйдет. Если вот найти, где труп лежит, туда выбежать. Но это все надо выбежать. И у Ретрика тогда тоже буря прокола на 30-ку, 35 тысяч. Это счет усилковый управление. Не-не-не, потом это все пофиксили. Подожди, за счет. Пусть у кого по-любому тоже круто. А, камень ночи кал. Ну лучше так. Я ж в любом случае. Сука, будет кожа падать сегодня, нет? Давай дальше. Чеп, дай 2 минуты. Здесь босса зерганем, да, я сам месяч. Да мне кажется, не будет пытаться. Нет, зерганем. Я после чего дам сокру плюс бабл, вы просто захотите. Вы просто стойте, короче, рядом с дверью с комнаты. Толп кастера. Не, они же там стаки стаки. Да это все фигня, это только для мидиков опасно. Если ты стоишь кастером, где выход, типа, ну, там ничего не будет вообще. Дэмджа вообще.
Пердонь крафтовый стоит. Тысяч 10, наверное. Ну вчера я видел за 8, сегодня не смотрел. Нифига себе, вот. Ну вот это частичка одна, полторашку стоит. А у меня их 6 штук. Ну, с этим по сколько стакаются? По 50? Стакаются в стаке по сколько? Да, по 50. И когда превратишь сердоль, тоже по 50. На камни это не действует. Не, на все это действует. Вы на ингредиент. Там этот тотем убьете. Да ебать. Сейчас тотем. Ты же нежить, ты можешь этим более трепся. ПД уже. А уже. Тотем на хиле. Тотем, вы посмотрите аккуратно. Затерянный во времени пидор вот этот. О, заебашьте. Станы были сам. Ой. Затерянный во времени, вот его надо контролить, сербить первым. Там еще один есть, так что. Интересно, каждый гер тоже же, скорее всего, будет легкой также по выносу. Как ты думаешь, Зорка? Каравер? Ага. Каравер? А, ну да, изи. Вот, когда ее сначала открыли, она веселая была. Да нет, ну типа, ну да, веселая, но весь в 40-м гире ее убил. Это где? Я имею в виду, когда на X2 ее первый раз вообще открыли. Короче, если сагрим, то звездочку надо будет закрыть. У нас типы тогда поэтому по ДБМу смотрели. Короче, 400 трайв сделали на дело. Звезду убить. А что там сложного? Просто поймать дебаф, типа и отрезать? Нет, так это когда уже знаешь все вот эти тайминги, вот эти всякие по тактике. Не, ну знаю, пару. Знаешь, тогда, когда ее только открыли, первый раз шли все, никто тактику не знал. Не, пару трайв, типа, лужа вынесешь, что-то поймешь, что сюда. У меня в луже вообще дело было в лезвии, наверное. Как бы с верным, да. Ну да, кто-то когда дебаф не ловит, просто встань. Не-не, там же две сферы летает, а потом никак не вот с этим было проблема. И вот это вот реальная проблема была. По-любому. ТТН. Потом помню, в первый же день этот Молчазар был багнутый. Ну да, да. И типа у нас когда сделали ФК, они пошли на Молчазара в 8 или в 9 вечера и травили его до 4 утра, чтобы ФК сделать. Потом сразу же пошли на этого, на магик в десятером, а магик был это. Сломанно им откатили сначала ФК. Так что они зашли, а у магика 100 тысяч всего в 25 гер. Где-то тотем, господи. Я тоже не вижу.
Квест тут не забыть забрать. Я его так и не взял. Зорг, кстати, пробовал этот Valorant качать? Блин, я сейчас домой уехал, я сижу на старом ноуте, у меня в ультуаре, блин, 15 FPS. При том, что я, считай, с Дискорда сижу с мобильника, когда говорю так. Хорошо, более-менее, да, было? Вижу планету. Рецепты добавили уже? Ну, только да, конечно. Что, просто бьем босса? Да, просто бейте. Вот здесь, да, где ты стоишь, а тут стоим кастеры. Правда, Мишку будет больно пробивать. Мишка, да, старайся. Фей, посечок кош прожмешь. Угу. Не, все-таки, блядь. Зор, тебе сколько пишет? Ты на первом писал. Да, мне тоже. 2000. 8 КТПС. Последняя тысяча зарешала. Дергать можно, видишь? Да, да. Има, 8 КТПС. Вот это тупо нечестно. Да тупо бы резист темной магии, блядь. Так у нас ТПС хороший для зерга. Ну да. Еще бы для Д4 Аркана было бы, да, очень. И он бы улетел бы сразу в помойку. И по всему бы на него сагрились. Там вроде 2 Т4 так не апают, как еще я, как 4. Ну 2 только стрелы могу апать. Ну, там нормально прям апает. Ой, я слотанул. Вот это чародейские стрелы, я примерно пикнул на 30%. Там да, по 10 каждую, их 5 улетает. У меня второй токен тоже апнет. У всех там. Есть какое сало на него? Наверное, да. Есть, дал спинкас, но... Спасибо, попробую затаунить. Ну, мне РНЖ надо бить. Да хуярьте. Вообще, типа, 4Т4 можно и форсаз магазин, но не было бы, может. Нет. Это... Кого-то бить пойду сейчас. Наблюдатель. Так. Дайте стан кому-нибудь. Кружок, кружок, контрольте. Просто маску не копыте будет. Нормально и все. Ну, да, там на УЕшка пользуется. Не то, что УЕшка, то, что он может закрыть 3 раза комнату эту, блядь. Ну, плюс АУЕ. Тотем, тотем. Приём. Я на маге несколько, ну, до хера раз убивал копыт, но так и не понял, что за комната, блядь, как мне попадают, как из него ухаживают. Встаешь, да, там и как... тебе кидается это... Медитация, короче, как это летят. Проклятельная. Это будет там называется. Там бесы и вешают. В смысле, бесы вешает? Нет. А, нет, подожди, орбитальный выстрел, да, не делают. Да, получается, на тебя вешается, да, медитация, открывается портал, ты в него заходишь. Большой бес стоит, ты вроде должен его убить или что-то быстро такое. Убить его. Либо глупо. Ну да, забор. Забор хтить, это изи, типа. Три человека на комнату. Не, ну типа, я думаю, мобы будут пофикшены, вот эти, без. И думаю, вообще будет на изи их убить.
заклик типа это что там было. Ну, у нас закрывали эту комнату все. И Фуривари, и Лемшамы, Дестролоки, это вообще молча. В Вере? Или в обычке? В Вере, комната только в Вере на попаде. Конечно, у нас не было ее. За там какой-то баг у Ханта есть. Он где-то в стороне да. Стоит, и как раз, я так понимаю, он эту херню ловит. Ну, типа, мобы будут пофикшены на КПП, вообще есть. Будет. Надо просто Ретрика, Фурика и кого-нибудь еще, и все это, мобы будут результат. И катаюсь. Потом это Таран, я помню, тяжелый молча, тоже молча. Очень был. Не, ран не тяжелый, там, типа, если есть холипал, там через... корону прохиливается. А на бурю? Нет, на зима. Ну да. Мы, я помню, типа... дохли на этих, на элементалях. Не, это как бы... Не, ну я имею в виду в первые самые КД, когда там ничего не фиксили. Не, просто за геру сливаешь. Там обязательно локи кидали вот эту свою херню, чтобы у них каст медленнее был. Да, косноязычие, да, чтобы каст. Там под геру все заливается, потом зима даешь корону по холипалу, он по защите заливается. Ну если там просто бегаешь, прыгаешь и все, и урона почти не наносится. Ну, как бы да, ну вообще там через боб играют. Когда на боб играли только когда какого-то чела типа заморозку сделали и не разморозили его, и только тогда боб кидали ему сдох. А так в основном все прыгают и все. И урон маленький. Кстати, типа Арану 245 40-м тоже убивали, Асгарда типа ПК сделали как на X3. На X дома у них Герчи надо на друида, сука. Да, когда играл, мы у Асгардов забрали эту. Кару, магика и игру Лев, они у нас и ВК забрали. Там что, не хватило там 1050 что ли или 100, чтобы убить Илка. Тебе денег дали за ФК? Нет, тогда не давали. Ничего. Пророков. Мы все умрем. Тогда было просто, вон, типа, когда только вышел этот ТВК, особенно десятка. Там эти админы по статикам это летали, говорили, кто сколько убил и какая гильдия в первый день. По Карригер то же самое, они на весь серф анонсили, то что такие-то убили с того-то, у них прогресс такой-то. Подхиль, подхиль. Щиток, да. Ты паладин шел с ним. Тоже гонка интересная была, они так вот это как сейчас сделали сломанный сайт. Да хуй с ним сайтом, они, блядь, аукцион сломали. Раньше хоть чуть-чуть работал с аукцион, да, я вот вчера хотел себе фласк купить, я не могу себе купить. Ну почти нет, они его, господи, ну надо просто хорошо протестить его. Зато потом будет какой удобный аукцион, не то что та параша изначальная. Он что-то вышел. Ну что, видите? Есть у тебя ДЦ? ДЦ есть? Заклинание еще не готово. Тепли. Че, порезали что-то? Она сейчас отрезает. В бою.
Об духом бегай. Снова сломали управление экипировкой. Угу. Газлы. Палки делался. Ребята, не в курсе, тут баг пофиксили, то что вот этого босса агрили бесом. Просто. Вов почему-то фризит. Дальки, ты же тут в курсе, какой тут баг есть, уже бласта сразу же привести. Yeah. Короче, в этом, где. А, блять, ебаный урод, я что вспомнил. Да, босс слюны пропал. Весь поиск, кажется, проебал. А он с комнаты выбежит? М? Ну, а ласт с комнаты выбежит? Ну, раньше был баг, он да, выбегал. В комнате, где первый босс, оттуда это бесом пулили, бес через стены бежал, пулил ласта. Ощущение, то что все, блядь, проебал я. Ну да, опять, кажется, квест выйдет, не проебал я. Да ладно, блин, а заходу все равно ничего не дадут. Че переживать-то? Просто да, это тоже как мы пошли, я думал, блядь, надо это сегодня по-любому квест сделать, не забыть, а вот я опять забыл. Я смотри, паладин вернется вообще? Ну, в Диси его нет, напишите в Диси. Там пророк. Заебала эта птица, блядь. Как можно, блядь, мне три раза подряд нахуй кинула.
Бейте ее уже. Я тут мало крови. Тут, короче, эфир лучше подиспелить. Хотел блок на ласта оставить. Ничего. И духи кумарят, блядь. У меня вот этот моб кумарит. Там осторожно этот змей летает. Тянем его назад. Короче, в углу попробуем замесить. Я его. Ну ты даешь. Да блин, бежать было некуда. Там мобы, блин, а там, короче, он уже меня подстегал. Куда залетаем, блин? Да туда попробуем. Мы без пола остались. Вылетел. Хилься, хилься. Thank you.
там ману рез. Надо кого-то искать будет потом. Сколько мы прошли? Ну, два вроде. Это третья, да. Еще узорка в одно КД.